Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi S5. Ремонт задней части. Машина ко мне приехала с другими крышкой и бампером. Установил машину на стапель. Ремонт начинается. Для ремонта у меня есть новые детали задней панели и правая четверть. Первым делом вытягиваю заднюю панель. С вытяжкой я закончил, теперь удаляю поврежденные детали задней панели. Эта часть не меняется. Выравниваю ее. С этой частью я закончил. Теперь вытягиваю правое заднее крыло.
Примеряю детали задней панели. Как можно видеть, крепления усилителя бампера не совпадают. Необходимо раздвинуть лонжероны. Правое заднее крыло вытянул, теперь удаляю его. Все ненужные детальки удалены, и теперь все готово для установки новых деталей. Первым устанавливаю правое заднее крыло. Установил задние фонари для проверки зазоров. Зазоры в норме. Завальцовываю арку и привариваю крыло. Правое заднее крыло приварено. Теперь устанавливаю и привариваю остальные детали задней части.
Итак, сварочные работы закончены. Сварочный шов заливаю оловом. Чудненько. Места соединений заливаю герметиком. Ну и напоследок устанавливаю бампер и задние фонари. Моя работа закончена. На эту работу ушло 55 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!